А перед началом этого ролика хочу порекомендовать вам свою группу продажи аккаунтов, в которую можете купить аккаунты под очень низким ценам, также увидеть огромное количество отзывов, их целых 550, это значит, что здесь 100% не обманывают, поучаствовать в конкурсе и выиграть бесплатно себе довольно-таки мощную привилегию на Sunrise, так как сейчас вайп, привилегия нужна каждому. Если вас что-то не устроило, или же есть какой-то вопрос, что-то не нашли, можете написать сюда. Если интересует вопрос по читам, только адекватный, пишите вот сюда. И как бы все. Переходим к ролику, погнали. Итак, всем здорово, народ, с вами снова Годзилка. Сегодня у нас быстрое начало. Все, что хочу сказать, это... Конечно же, это уже все знают, что баны навсегда, мод ребайнд по IP, хелпер ребайнд просто навсегда. И, по сути, все. Сейчас у нас будет целых 5 минут PvP, а дальше я продолжу свой разговор, так что переходим к PvP, прям так сразу, сходу, погнали. Ah.
Итак, вот наше видео продолжается. Если ты досмотрел до этого момента, поставь лайк и напиши в комментарии «изумруд». Начать это видео хочу, ну как, продолжить это видео хочу с этого скриншота. Внимательно его изучите. И из этого я хочу сделать такую концовку видео. Да, я побывал в беседе. И как бы, что могу сказать, на Санрайзе администрация довольно-таки... Ну, просто как бы она уже устала от этого всего, как я понимаю, и они делают все по накатанной, ничего не чекая, им просто говорят так-то, так-то, и вообще, как они меня проверяли, что по какой-то там заявке у них получилось так, что я прошел. Каким образом, я вообще не понял, но вообще, может, просто меня просто так пригласили, не понял, вдруг заявки никакой не было, ничего не понял. Ну и ладно. Ну и что могу сказать еще, что модеры, конечно же, в ВК могут вас забанить. В плане, если вас банят за читы по 2.1, то вас могут кинуть в CS-группы просто за то, что вас забанил модер. А если на сервере хелпер, то вас забанит хелпер только на аккаунт ваш. То есть как-то все нечестно, непонятно, но что имеем, то имеем. Поэтому да. Ну и на этом я, наверное, буду с вами уже прощаться. Это видео было довольно-таки тяжелым для меня. Снимал очень долго, очень много, очень опасно, рисковал вообще, ну, рисковал жестко, когда один в три особенно сражался. Так что, думаю, вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, попробую следующее сделать примерно таким же, и буду стараться дальше делать, и да. Так что вот такая администрация Санрайза, вот такая вот, да, реально. Ну, а с вами был я, Газилка, всем пока.